Коллективы из Екатеринбурга, Полевского, Ивделя, Североуральска, Новоуральска, Нижней Туры, Краснотуринска и Рефтинского на предварительной стадии были разбиты на две группы и проводили свои игры параллельно на лыжной базе и во дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. В Полевском очень все хорошо, классно. Здесь и залы и хорошие, и размещения хорошие, так и хозяева радушно нас принимают, так что мы рады к вам приезжать. Я уже здесь в прошлый раз был 2 недели назад по 2009 году, сейчас вот по 2010 приехал. Так что спасибо большое хозяевам. Условия очень хорошие, мы очень рады. Вчера сходили в бассейн, поплавали, расслабились. Но сегодня опять ничего-то немножко не хватило, но я довольна тем результатом, который у нас уже есть. Команды, занявшие первые 3 места в своих группах, выходили в так называемый финал 6. Причем результаты сыгранных между ними матчей сохранялись. Оставшиеся коллективы вели борьбу в отдельном квартете за места с 7 по 10. Уровень достаточно высокий. Малышек я вот привезла в первый раз. Сложно, конечно, для нас, что очень отдаленное расстояние, но, видите, показываем результат, боремся. Немножко не дотягиваем, потому что нет опыта, у нас не хватает опыта, потому что очень все дорогостоящее сейчас стоит. Поддержка за счет родителей, конечно, но выезжаем. Почаще, конечно, хотим, но пока возможности нет, но будем стремиться к этому. В первом матче финальной стадии ивдельчанки в упорном поединке, состоявшем из 5 партий, уступили сверстницам из Североуральска. А поскольку на групповой стадии они также 2-3 уступили первой сборной физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, то смогли рассчитывать только на 3-е место, которое в итоге и заняли. Полевчанки стали 2-ми, команда Североуральска завоевала золотые медали. У меня всегда такой стимул научить детей именно бороться, добиваться цели, чтобы мы не зря ездили, преодолевая такое расстояние. Столько средств потратить, чтобы добиться цели. У меня все детки такие, что вот мы вообще тогда смотрела все таблицы турнира Федерации областной. Вижу, что таких игр со счетом 3-2 из 5 партий очень редко. Мы вчера играли с 3 из 5 партий, тоже так же боролись. Сегодня опять мы привнесли сюда что-то новое. Это же первые соревнования такие официальные для них, потому что все начинается. И мы вообще в больших соревнованиях первый раз приехали, потому что у нас далеко, проблема с добиранием вот в этих центры сюда. Так что, ну, рад, что мы хоть что-то смогли показать и поиграть в свое удовольствие. Максим Исаенко, Сергей Чижов, новости 11 канала.